الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله أن آمن فقم لك مالكون وزللنا خلقهم فمن خركبهم ومن خيكلون وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تميز من الفاس كلما ألقي فيها فوج أأمنتم من في السماء أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر وكنا في أصحاب السير فاعترفوا بذنبهم فسكا لأصحاب السير وبآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا يا ربي بو دنيادا boş boşuna yaşamayıp bu dünyada doğru şekilde senin razılığını bizlere kazanmaya yardımcı ol. Ahirette de hesapka çekilgen kunu senin o günde turganda cevap bergende bizge sen merhametli ol. Salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Аузу биллахи миш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Мы сегодня собрались провести молебен за наших соотечественных, которых обвиняют в терроризме и захвате власти. И эти обвинения огульные. Мы знаем, что они не виноваты. И мы требуем от властей прекратить преследование нашего народа. Это не первое преследование нашего народа. И в 1944 году тоже. Также выслали весь народ, обвиняя в предательстве и детей, и стариков. И слава Всевышнему, наш народ держался за нашу религию. Также единство нашего народа помогло нам вернуться сегодня нас в Крым. И теперь наша цель здесь жить достойно и с честью. И мы не будем никогда террористами и убийцами. Мы требуем от властей прекратить преследование нашего народа. Мы знаем, среди наших соотечественников есть с хроническими болями, инвалиды, даже слепой. Как может слепой человек захватить власть и делать какие-то насилия? Поэтому мы знаем, что это все ложь. И мы просим Всевышнего, чтобы лжецов с этого мира удалил он. И вместо них заберил справедливых и честных людей. Иншаллах, мы тоже держимся за слово Всевышнего и за сунну пророка нашего Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И также мы просим Всевышнего дать силы заключенным, их семьям, детям, чтобы они достойно ожидали своих родных и встречи. Иншаллах, мы надеемся на Всевышнего. В скором будущем, иншаллах, это сбудется. Аминь. Аминь.